Приветствую вас, друзья. Как и предполагалось, после масштабной пиар-кампании, которая с использованием энергии ненависти, грамотные манипуляторы выстроили вокруг так называемой еврейской вечеринки, спрос на наиболее скандальных фигурантов этого действия резко пошел вверх. Вот Филипп Киркоров вчера выступил в славном городе Дубайске совместно с Шафутинским. Концерт прошел с аншлагом. Сегодня он на той же площадке повторит свое шоу. Тем более, что сейчас Рождество, и лучшие люди страны, ну, по своему позиционированию, как они сами себя видят, все в Эмиратах. Ну, скажем так, самые богатые люди, это там шоу-бизнес, родственники наших политиков, политики, не все могут поехать туда. Но жены, дети, племянники, все там. Поэтому аудитория собралась именно на юге. В Москве сейчас гораздо меньше корпоративов. И Филипп Бедросович все очень правильно делает. Послушайте его речь на вчерашнем концерте, а потом в качестве коды небольшой отрывочек из интервью, которое он дал своему товарищу и своему адвокату Александру Добровинскому. И сегодня, в рождественскую ночь, здесь, далеко от родины, я все равно ощущаю присутствие русского духа, потому что так гулять в Рождество вдалеке от родины могут только русские люди. Русские духом, мы всегда ими останемся, будем возвращаться домой. Я себе не представляю свою жизнь без России, без своего дома. Но иногда вот так выбираться в Рождество, в новогоднюю ночь, вот сюда, где тепло. Ну, когда слишком жарко, опять хочется в эти морозы. Главное, чтобы не было мороза в сердце и душе, чтобы мы не замерзали душой. Мы никогда не замерзнем, если в нас будет жить любовь, пусть даже она жестокая. С годами броня стала жестче, но я стал не менее раним. Просто я стараюсь на это не обращать внимания. Так радио говорит. Ну, поговорила Успенская, ну, кто-то еще. Уже невозможно. Я Филипп Киркоров. Меня обидеть уже невозможно. Меня унизить уже невозможно. Меня убрать уже невозможно. Даже если меня сейчас запретят где-нибудь, что-нибудь. Ну, все это будет смешно. Стереть историю моей жизни из истории этой страны просто невозможно. Это правда. Можно убрать мои песни с радиостанции, с телевидения, можно меня не приглашать на программы. Но 35 лет истории этой страны убрать невозможно. Так получилось, что у этой страны было два голоса, по большому счету. Одна уехала, другой голос остался. Вот я здесь. Я голос этой страны. Ну, есть социальная рок-опера. Объявлять. Социальная рок-опера. Ну как вы не понимаете, в зале сидят солидные люди. Скажите спасибо, что Путина нет. Путина нет. Я же говорил, он не существует. Так, хватит. Хватит, отставить Путина. Отставить Путина? Да он с ума сошел. Так, все, заканчиваем этот балаган. Дорогие друзья, что мы хотели сказать своим домашним заданием? Мы против экспансии НАТО на восток.
Может быть, не очень явно получилось, но мы именно это хотели сказать. Пиздец нахуй, блять!